Факту аварии в Шахтинске возбуждено уголовное дело. Об этом в кулуарах Сената заявил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев. Не первый случай, но тем не менее руководство ArcelorMittal как работало, так и работает в Казахстане. То есть они заплатили штраф и дальше продолжают работать. При этом заработная плата шахтеров так и не растет. Шахтеры умирают за зарплату в 300 тысяч. А генеральная прокуратура, как надзорный орган, ну, как мы видим, особо мер никаких не предпринимает. Я сейчас вам не могу сказать. Вы официально обращаетесь в орган генеральной прокуратуры через пресс-службу. Вам соответствующую информацию предоставят. А в чем проблема оперативно ответить? Вот трагедия случилась. Почему наши государственные органы оперативно не отвечают? Сейчас оперативно, я вам сказал, дело расследуется, дело возбуждено, дело расследуется. По итогам его будет принято решение, кто виноват и в чем причина.